Основной центр связи находится в дельте реки. Чтобы не добираться вплавь, возьми лодку. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry. Первый Far Cry. Окей, пробрались мы с вами через пещеры, через эти... Пещеры, конечно, повеселили нормуль. Так, плывите на лодке к устью реки. Окей. Там стоит уже. Стоят два брата. Акробата. Ну, допустим. Да бляха. Вот ты в этих кнопках запутался. Так, раз. Два. Отлично. Что у нас по патронам? Я что-то... Ой, по этим, по... Так, 10, так, ага, вот так. А, еще и такой, да, есть. Мы снайперскую мы выкинули. Снайперскую я выкинул, окей. Понятно. Короче, нужно добраться до какой-то реки. И переплыть куда-то. Отлично. Чего ты колбасит, ты чё? Окей. Так, можно идти по дороге, наверное. Можно идти... Так, двое. Еще один. Так, четверо. Ну ладно. 4, так 4. Я думаю, я не знаю, отсюда их попробовать снять или поближе подойти. Бляха. Да... Ох ты, там еще и пулеметчик. Одного загасил, второй сел, короче. А, все, оба сдохли, да? Готово. Так, еще двое. Через кусты, наверное, придется, да? А, или они там. А, они крутятся там на одном месте, короче. Они там потерялись. А, забаговались в этих. В деревьях, как обычно. Но стоит мне подойти поближе, и они начнут огонь. Так, готов? Готов. Надеюсь, все. Хотя не факт. Здесь можно ожидать все, что угодно. Последние серии... Были это вообще просто жоподробильные. К концу игры они, наверное, мне конкретно просто банальную озвучку сделают. Так. Ну, пока тихо. Так, он говорил, что там, лодку лучше взять. А где мне найти лодку? Что-то мне показалось, как будто вертолет. Окей. Лучшие люди, говорит. Куда еще лучше?
Стоп, какие-то там профессионалы или... Ух ты, сколько их там. А вон и лодка. Окей. Слышал? Ладно. Будем действовать по принципу нашпигуем наемника. В смысле, я тебе в башку попал? Ты чё? Опа, 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 где-то впритык, где-то впритык. В смысле, он впритык где-то? Готов. Готово. Еще не факт, что я всех отметил. Они еще и могут подмогу вызвать. Ты ж еще те засранцы. Так, отлично, один добрался. Ну-ка, второй давай до меня доберись. Здесь в дереве там застрял, ну. Поближе подберусь. А, на. Так проще будет, я думаю. Кира раскурежила магнитофон. Так, а ты мне хотя бы аптечка. А чё, этих нету? Броньки нету, что ли? Бляха, я застрял. Не надо, давай вот этого только. Застревание тут в текстурах. Окей, чё он мне говорил? Лучше поплыть, переплыть, поплыть или пешочком пройтись? Давай попробуем. Сохранка прошла, попробуем, короче, на лодке для начала. А там уже будем думать. Чё ты с неё спрыгнул-то, дебил? Вот если он будет вот так вот тупить, спрыгивать там. Так, кого-то убил. А, рулевого убил, да? Окей. Я бы лучше вон на той лодке, как проехался бы. Бляха. Попробуй попади по нему. А ближе сейчас подъеду, так он это. Он того начнет там гасить меня. Ну-ка я попробую сейчас вот здесь с берега. Да бляха! Во! Но она уже дымится. Здесь вот по-любому народ сидит. По берегам надо смотреть, короче, чтобы их не было. Потому что на берегу-то там кучами, наверное, лазит. Нет никого? Ну, допустим. Так. Ты только там не уплыви, ладно? Ага, меня кто-то видит. В принципе, можно было тупо проплыть, короче, и вообще хер забить на них. Вот на этих. И проплыть по реке. Мне надо реку переплыть. Это... О, хорошо. Сейчас он ту лодку возьму. В смысле, кто? Ага, вижу тебя. Стоп, еще кто-то есть там. А что у меня на этим-то? Бинокль не отмечается, что-то я этого не понимаю. А, нет, отметились, получается. Чуть незаметно как-то было, что он отметился. Еще кто-то меня видит, погоди. А кто еще? Я не всех отметил, что ли? Тут аптечка, короче. Кто еще-то меня видит? Я... Ох ты, мать твою!
Ни хрена! Я не там смотрел. Бляха, вот ублюдки. Вон стоит. Ни хрена он. Так, отбегай. Да, снайперки нет, это плохо. Да застрял, мать твою, опять. Бляха, короче, забиваем на них хрен. Что за дёрганье? Что это? Что за лаги? Тихо, что за лаги? Что за лагало? Что за дичь-то? Я не понимаю. Интересно, девки пляшут. Что это такое? Вот ты чувствуешь, да? Короче, я перезапустил игру, но все равно что-то какая-то хрень творится, видишь? Это, видимо, какой-то опять баг ссаный. Надо, короче, плыть отсюда. Видишь, она дергается. Почему она так настолько забагована игра-то? Не дергаешь. Вот как теперь целиться с этими дерганиями? Падла. Падла. Ах ты, еще второй, быстрей! Как целиться, вот как? А блёха! Отлично. Уроды, а? Так. Я возьму, короче, вот это. И поплыву нахер. Нахер, я говорю, поплыву отсюда. Короче, сейчас... Да в смысле? Да что за дичь-то? На что я там налетел-то? Бляха. Что за говно-то? Что за бревна-то там за... Что-то говнюка надо. Ладно. Так. Меня раздражает вот это подергивание. Я надеюсь, дальше будет, ну, нормально. Потому что это не есть хорошо. Не знаю, какой-то сбой произошел, или хрен знает, что это. Что с ней стало, с этой игрой, короче. Все было отлично, теперь на тебе. Все через жопу. Бляха, я взорвал, короче. Я хотел убить этих чуваков, а я их взорвал. Так, новая партия. Окей. Сейчас надо не тупануть, а... Бляха, такой радиус поворота жесткий у этой лодки. Что просто кобздец. Что
нахер никто за мной не поплыл, надо взорвать, не получилось. Ладно, получилось, охранка была, что ли? А чё я не мог там ни в кого выстрелить, в смысле? Какого хера они делают? Какого хера они делают на маленьких вот этих островках? Рыбу ловили или чё? Плыви нахер отсюда! Так. Просто радиус такой поворота жесткий у этого катера. Пошел вон. Надо поменять, наверное. Так, пока никто ничего не видит. Меня. Я доплыву, короче, сейчас до катера и поменяю. Я не знаю, может на записи этого не будет видно, но... Такие вот небольшие подергивания, они прям что-то как-то вот раздражают. Я не знаю, как целиться. Просто наобум стрелять. Взрывай, взрывай, взрывай бочки! Отлично. Твою мать! Вот это я приплыл. Да в смысле, что не дохнут-то? Но ты чё там? Так, стопэ, а как мне через мост, через этот проплыть? Или мне на берег надо высаживаться, а? Погоди, я смогу проплыть? Хер. А, нет, смотри, смотри. Давай, 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 ты сможешь, ну. Игра и так сломана. Все, приехали. Игра и так сломана, я еще ее доломал. Понятно. Поплыли. Мне нужна аптечка, если что. Так. Ага. Там еще лот. Бляха, надо было перезарядиться. Сейчас он свалит. Да сдохни ты там. Отлично. Есть там еще кто? Или он был один? Я смогу не по реке пройти сейчас? Может, по реке плыть это пипец. Да, друзья, что-то игра реально начала мозг компостить, смотри. Видишь? Поддергивание. Причем я ее перезапустил, все равно такая дичь. Вертолет? Так, ладно, я не поплыву. Я надеюсь, это только хотя бы будет вот эта миссия. Так вот поддергиваться, потому что до этого все нормально было. Чё за бред? Вот, стоять. Стоямба. Бляха, 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 бляха! Тут в меню, главное, все нормально. Все равно поддергивается. Падла. Падло.
Что-то быстро выдохся. Так, окей, вертушка. Высаживает, да, там кого-то? Так, она будет по мне стрелять? Да, там народ, чувак сидит. Наверное, будет по мне стрелять. Не пускай, пускай улетает, я даже связываться с ней не буду. Мне вот этих тварей хватит. Готов. 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 Давай, 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 давай. Убежал или? Он за дерево спрятал. Забаговался опять за деревом. Так, вертушка, кстати, где-то там он зависла. Вон она. Падла. Все-таки хочет меня высадить. И начать стрелять по мне. Все, нафиг. Улетай, пчелка. Че, попаду по нему, нет? Или мне ближе надо подходить? Да, с этими подёргинами хрен попадешь, бляха. Погнали. Ты там забаговался, вот там и сиди. Нехер. Ага. Так, кто меня видит еще? Ага, я понял, кто меня видит. Там, кстати, аптечка. Да идите в лес, короче. Все нахер. Это мне в одного не попал, наверное. Все, короче, в жопу его. Сюда они все равно не прибегут. Опа. Попался! Кто, бляха? Вот того убить. Все. Кто-то меня все равно видит. Бляха, 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 бляха. Там еще бегут. Мне срочно нужна либо аптечка, либо я не знаю что. Потому что если меня сейчас убьют, будет плохо. Че, вертолет? Быстрее, 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 надо взорвать вертолет. Что за жечь? Что за жечь? Что за жесть?